А вот, ну, давайте, может, вопрос про прощение как раз затронем. Ну, как вот, бывает у вас такое, да, что там тоже прощение просите, как на прощенное воскресенье. Как вы относитесь, что все-таки человек должен как-то просто в толпу кинуть прощение? Ну, вы простите меня ради Христа, если что, может быть. Вот, ну все, вроде я там, все нормально, я на вас ничего не держу. Вот. Или все-таки человек должен, как сказал Христос, что говорит, если ты принес дар свой и знаешь, что тот, кто-то что-то имеет против тебя. Вот. Ну а тут, например, человек может сказать, да какая это там миллион может против меня, я что, должен у всех подходить прощения, что ли, просить? У вас были такие ситуации, как вы поступаете? Я из опыта. Господь говорит, по плодам их узнаете их. Любой поступок плоды дает. Плода. И было такое, что я, ну, прощу воскресенье, к священнику служу, пример показать должен, я ухожу на амбон, уже в черном облачении, на лечении прощу воскресенье, и прошу прощения с поклоном и так далее. И вроде как бы искренне. Я старался искренне. Но я заметил с собой, плода этого не приносила доброго плода. Какой я будет оставался. Как я этих попросил прощения, осуждал, так осуждаю. Как я к ним был безразличен, так безразличен остался. И я, на другом примере, вот спроси меня, ты всех любишь? Скажу, конечно, конечно. А Ваську? Да. Надо думать. Вот, всех любить, всех простить, это как шмыгнуть носом. Это очень просто. Простить, полюбить конкретного человека. Ну, как Христос Иуду. У Евангелия, представляете, предмет, как Христос к Иуде, он всегда тебя выделял. Особую любовь постоянно подчеркивал, как он по-особому любит, даже как будто больше других. Он даже, когда спросили, кто предающий тебя, он при всех мог сказать, вот он. Ну, кстати, да. Но ты мне сделал шаги и убил. Он его совесть будил, постоянно совесть будил. Даже последних встреч, последний Гефсимане. Он говорит, друг, зачем ты пришел? Зачем ты, проще говоря, я тебя люблю, для меня ты друг. Зачем ты губишь свою душу? Зачем? Вот. А многие говорят о слове Христа, что он как бы с укором сказал Иуде. Не укор, а плачущая любовь. Вот что там звучало слово. Так вот, поэтому всех любить легко, всех прощать легко. Простить и полюбить конкретно всегда тяжело. Поэтому вот я это когда понял, получилось так, когда понял, ко мне подходит к Христу после этого, а священник ему служил, да, у меня с ногами проблемы, каждым кланяться мне тяжело, пробовал, недолго хватило, я просто стоял на коленях, а крест клал на аналой, по сердцу прозвище, стал на коленях и просил прощения у каждого. Я говорил, прости меня, брат, я ведь вот про тебя плохо подумал. И такой сказал, и помнишь, ты мне пришел, а я тебе что ответил вот так. И когда это произошло, я обратил внимание, я по-другому стал относиться к этим людям. Появился плод. Вот, например, я у родителей просил прощения не раз, но единственное, когда-то, поехав на исповедь, в епархии, будучи священником, я поехал дальней дорогой в обратном направлении до Ульяновска, 100 километров, потом 350 до Казани, а может 250 до Казани, вот только крючком, зачем? Чтобы у родителей просить прощения. Но когда я у них просил прощения, стоя на коленях, я после этого, у меня отношение к ним стало другим. Причем я когда просил прощения, я себя настроил, сказал, я буду просить прощения, и я не имею права думать, что они скажут, конечно, мы тебя простили. Или, ой, да мы не обижаем, ничего не было. А быть готовым к тому сказать, да, кстати, ты виноват. Ты нас обижал, и вот чем. И это подготовительно было. И я стал вспоминать, в чем виноват. Я нашел, я просил не вообще прощения, а конкретно вот такой случай был. Я говорил о конкретике. Вы знаете, что был как случай? Меня убивал. Когда мы родили первенца, из роддома я жену с ребенком привез, а жену хватили у родителей.
духовной квартире. У нас комнату освободили, а в зале был отец с матерью, сестра с ребенком и бабушка после операции в глазах. Они нам комнату, у нас маленький ребенок освободили. И мы там в этой комнате были, в духовной квартире. И вот первый день, все это вот после роддома, тетя Стеся, мы проводили их, стала прибирать. И жена с ребенком пошла в эту комнату, ну, покормить ребенка, вот спать. Я за ней, и она несет, я за ней иду, и мои родители идут так, очень торжественно, крестным ходом, впереди святые несут малыша, их внука, вот. А хоть это был второй же внук, это, ну, для них все равно это родной ученок. И мы подходим к дверям в нашу спальню, жена прошла, я встал в дверях. И я, мне сейчас, вот сейчас будут говорить, у меня трясется страх, что я сделал. Я вот так молча, глядя на них. И вы в квартире живя. Так, пальцы, показал знак, по краю всякой двери. Они все себе понимают, что такое. Я говорю, не заходите сюда. Это их квартира. Я им сын. Тут их внук. Не заходите. Вы неправильно воспитали нас, меня. Я правильно воспитаю. Не мешайте нам. Я понял, сказал, с высока и гордо. Я понял, что было. А сейчас нас только матери стерялись. Они ничего не сказали, не обидели. Чего обидели, не сказали. Только мама как по кулаку повалили слезы градом. Отец только растерялся, у него губы трясутся, он не знает, что делать. Я напугался, слышал, но сделал позу гордую, а потом спиной дверь закрыл перед ними. И я, мне казалось, что-то очень важно сделал. И когда потом я понял, что он творил, пошли годы. Вот я ехал, я взял к ним прощение, и я с этого начал говорить. Вот, и вот такой был факт. Я убил вас. Я живя в вашем доме. Будучи воспитанным, сейчас я умный, вы стоите, меня делили вы. Как я посмел такой наглость наблизить, такое бесстыдство, и вам такое сказал. И я пал к нему, говорю, прошу вас за это, готов вас ноги целовать, простите меня, Россия Христа, это мое безумие. Одно, потом другое, третье, четвертое. Я конкретно просил прощения. У конкретных людей, в конкретных грехах. И знаете, что было? Мама заплакала, сынок, столько миленький, да что ты, да как ты можешь так, мы на тебя никогда не обижаемся. Все, отец сказал, он был священник в то время, он говорит, мать, подожди, не мешай, сынок, говори дальше. Он мне не пожалел, он сказал, пусть выдавит из души свой весь яд, пусть очистится, очищайся, говори дальше. Он, мне кажется, все по-мужски правильно, и как священник правильно поступил. Мне было, ну, легче было, наверное, мама обняла, все, ничего не помню. Нет, нагадил. Опять умывайся. Он правильно сказал, отец. Я потом его отдельно за это благодарил. Вот. И я теперь к ним по-другому. Вот. Больше года прошло, отец сказал, мне 80 исполняется. Говорю, ну юбилей, да. Будем праздновать? Нет, не понял, мне 80 исполняется. Говорю, и что надо сделать? Говорю, что? Ты теперь обязан меня мыть. Было очень смешно, я не ожидал. Говорю, мыть тебя? Хорошо, я буду тебя мыть. Он говорит дальше. Я говорю, я обязан теперь каждый день приезжать к тебе тебя мыть? Говорит, я что, барышку гружу? Говорю, ну раз в месяц же мало. Говорит, конечно, мало. Раз в две недели будешь приезжать меня мыть. И я приезжаю, и я как умою? По схеме, которую он разрешает. Он говорит, голову мыть себе он не дает. А вот спину, там руки, ноги, пожалуйста. И мне самое наслаждение, когда ему ноги мои, опускаюсь на колени перед ним, мои ему ноги. Это такое наслаждение. Я все время думаю, какой я счастливый человек. Он был маленький, у меня был, теперь мне все нужно его мыть. Какая радость, какое счастье. Вот. И потом я его одеваю, и так далее, он тяжело и грузно. Вот. И, но это я могу так сейчас сделать, наверное, потому что вот тогда осознал свою вину, и конкретно родителей моих, в конкретных грехах просил прощения. Но это было очень тяжело. Это было тяжело и больно. Но плод какой. Ты знаешь, я летел на Иисусе как. У меня тут пост был райским. Тогда Пасху встречал, как никогда до того. Вот. А просто в толпу тебе отвечал. Ну, простите, ради Христа. Грешник, конечно, грешник. Че уж там. Вот. И все. И не менялся. А это стало измениться. Хорошо. Но тут можно сказать все-таки... Этот пример как бы не является примером. Почему? Потому что, ну, это родители, понятно.
И другой бы там кто-то... Я думаю, нет. А вот смотрите, а ты попробуй попроси прощения. Родители, ты понимаешь, они с тобой возякали, все, любовь, связь, все. А абсолютно другой человек. Вот, например, вы знаете, что вы его обидели. Вы его, ну, например, да, и вот такие слова, что если ты принес дар, вот. А это было уже давно, и вы, например, говорите, так это еще вспомнить надо. Ну, был такой факт. Вот меня недавно одна из наших... Но я не осуждение говорю, просто она меня там, ну, клеймо повесила, назвала гуру, сказала, вы дураки, другим, что его слушать. Некоторые из наших, и я поговорил с ее мужем, что она так говоря, соблазн несет всем. Он как муж вот обезопасил ее от греха и других от соблазнов. А по отношению к ней, я и по сей день объясняю себе любви круглосуточной. И я ничего не спектакль начинаю. И я вижу в этой женщине, действительно, она очень многогранна, талантливая, очень ужасно талантливая. Она сильная женщина внутренняя, хотя такая внешность небольшая, худенькая, а сильная. Она целый ряд вещей, материнство расцвела красотой своей обыкновенной. А у нее вообще такое количество талантов, вот, я думаю, ей-то можно ли вот так назвать. Mm-hmm. Вот. Я к ней и сейчас очень по-доброму. И потом она просила меня прощения в этом. Я искал слова, что я прощаю, в смысле, вот, но только если слова нужны. Ну, я не обижался, мне прощать-то нечего. Вот. Поэтому вот, можно было обидеться. А если раздуматься, тут обид как. Поэтому, кого мы обидели, это еще, конечно, сложнее. Идти и не только слова сказать прощение, а если потом нужно в жизни подтверждать это. Okay. Например, вот я, скажем, Ленат, перед тобой, я про тебя сказал ложь. Я у тебя пришел, прощение прошу. Значит, мне на будущем уж нужно держать язык зубами, причем сказать, думать про тебя что, и про других тоже. Ну или может в обратную сторону как-то амнистию какую-то, да, сделать или как понять? Ну что, ты уже говорил, значит, что сказал. Значит, говоришь, что этого пришел, не было. А потом, а может быть даже представить перед другим сказать, я вот про Алексея такой-то сказал, это ложь, простите меня ради Христа все, я погрешил. Он на самом деле вот какой, да. Вот. Да, 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 ну, да. Так, а вы можете оправдаться, сказать, что так это надо еще вспомнить, ведь ну, вы не помните, забыли, и все. У меня такое было. Было. Я просил пожилых людей обличать меня. Было. Нередко очень, но было. Когда мне кто-то говорил, вот я на тебя в обиду, что ты сделал тут, а я не могу вспомнить. И был совсем не в таком ключе, как он говорит, я помню. Если, но я объяснил. Если не в таком ключе. Тем не менее, говорю, если ты обижаешься, я прошу тебя прощения, прости меня ради Христа. Ну, а если, например, вам кто-то напомнил, ну, например, вот, слушай, у тебя вот там близкий человек, и ты его обидел там 20 лет назад, и он реально как бы до сих пор это несет. Вот, а ты, например, ему, да тебе какая разница вообще, что у меня было с этим человеком? Тебя-то это как волнует вообще? Кто-то, Семен, сказал про Ивана, что я его обидел. Да, вам подошел Семен и говорит, ты 20 лет там Ивана обидел, или 30 лет. Ну, не а важно. Вы говорите, а тебе вообще какая разница там? Нет. Я грешный, я не святой человек, я не хочу их ухвалить, но так не можно. Я бы этого, кто мне напомнил, поблагодарил бы. И все-таки постарался бы помириться и спросить прощения, помириться и загладить свою вину перед тем, кого обидел 20-30 лет тому назад. Нет, кажется, так. И значит, Бог послал человека, как ангела мне, который мне помогает очистить душу от того греха. Нет. Получается, если я бы не укорил, я поблагодарил тебя. Если вы просите у того прощения, значит, возможно, у вас в мозгу и у других возникнет ощущение, опа, так значит, ты-то тоже, оказывается, делаешь ошибки и грешишь. Вот, и как это на вас-то, прикиньте, ваш авторитет пошатнулся там или как там? А я не жду, когда мне скажут, я вслух говорю всегда сам. Так это правда, что я постоянно делал ошибки. Я и без этого делал ошибки. Я постоянно делал ошибки и постоянно ошибаюсь. Поэтому мне, например, когда, вот, если совет говорит, слово Божье говорит, я всем, вот, например, вот последний факт, как мне что-то другое совсем перебью, скажу. Например, недавно вспомнил факт,
который раньше, когда с настоятелем говорил, говорит, наши говорят, ну что вы сидите дома, давайте-ка сразу в годок организуем паломническую поездку вам, кто соберется, поедете, давайте денежки от церкви выделим, съездите не просто к святыне, а к духовнику какому-то известному, пообщайтесь, поговорите, а то будете вовкинцами, головинцами. А вы, как пчелки, мед со всех цветочков собираете. Вы того послушайте, того послушайте. А вдруг я что-то не так говорю? Мне потом подскажете. А Отец Владимир, ты говоришь так, а говорит там по-другому. Может, я что, ошибаюсь? Угу. Я что-то слух, сам вон в облачении так говорю. Угу. Конечно. Потому что всяк человек ложь. Нет не ошибающихся. Это великое благо, если я подсказал, чем ошибался. Угу. Я думаю, у истинных христиан, там, где есть любовь, это не уронит авторитет, а поднимет. Ведь и любой авторитет в православии, патриарх, епископ, священник, духовник, мирянин авторитетный, не имеет, отец, мать, сосед, ну не имеет значения, кто. Если только им, он какой-то, ну, пользуется авторитетом, если он, среди братьев и сестер во Христе, четко, искренне понимает, что он из грешника, свидетельствует, он себя не уронит. Он должен учить не святости, которой у нас никого в большом счете нет, а он должен учить покаянию. А каются кто грешники. А если он боится за свой авторитет и постоянно, что вот мой авторитет идет туда, ну, я не могу его Я сейчас не окунул, я только себе и себе этим жил, значит, для меня свидетельство, что я страдаю крайней формой гордыни. И, наверное, прибавить перевести. Я бы так подумал. А где грань между любви и греховным попустительством? Ну, например, у нас же как вот в главенствующей церкви, ой, все по любви надо. То есть у нас вроде все строго там, а тут, ой, там, ну глупый, может, такой пример, или как-то, наверное, на исповедь, как вот обычно говорят, вот пришла там, аборт сделала, ой, там, по любви, ой, ну, там, ну, прочитай там три раза Богородицу, там, 10 поклонов сделай. Ну, может, так, не так, так, ну, пример. Ну, как, внутри легко как-то. Ну, как-то вроде, ну, по любви же, Христос же по любви же сказал. Как-то. Как вот, где вот эта грань-то? Где по любви, где каноны есть? Я, как если догадался, у нового обряда церкви. Я говорю, у главенствующей церкви, да. Но она сейчас не главенствующая. Ну, как бы, ну... Это раньше государственная была главенствующая, да. А были терпимые, например, старообрядчество. А старообрядчество жестче. Там и епитимии, и прочее. Я думаю... Тут все опять глубоко индивидуально должно быть. Потому что вот если человек только пришел в церковь, как бы, например, женщина с работой, она душа беспокоится, но она толком не христианка, а только крещенная. Она первый раз пришла сама, и, ну, просто душу успокоит. Вот тут, наверное, нужно мягко и посредством как-то церковь экономии, снисхождение пройти. А вот другое дело, скажем, вот я... До семинарии учился, до столько лет с Богом, до попа в Бог дыхался. И я не аборт, а что-то много легче что-то сделал. Ну, не знаю, чужую вещь сделал. Угу. Какую-то мелкую. Вот, таком, как и мне, нужна жесткая епитимия. И жесткая, потому что я-то в полном сознании, я понимаю, что я говорю. Да в моем-то возрасте-то. Да у меня дети, внуки, уж пример какой. Вот тут нужно жестко. Вот с ней нужно мягко, а с жестко. Мне тут кажется, не может быть шаблона. Немного шаблона. Вот где церковное правило перечисляется, вот, на Маканон, вот, например, какая епитимия за убийство, что-то, и все-таки там написано, духовнику обращение, инако, прямая исповедь молодого, инако старого, по-разному, инако женщина, инако мужчина, здорового, больного, а богатый, простолюдин, по-разному. Ну так там пишется, что этому 10 лет, этому 3, 7, 5. Конечно. А епитимия даже? Да, епитимия. Но в зависимости от того человека. Это начально, а это уже давно с Богом. Как уже... Даже если 3 или 5, это тоже немалый срок. Ну, например, не 7, а тут 5. Как бы, немалый, но только в этих же правилах сказано, что вот, например, не важно, что я творю, мне духовник говорит, вот по правилам церковным надо принести епитимию 5 лет. Например, и не покаянно быть на литургии до возраста оглашения за дети, значит, кающийся за дети, я ухожу в притвор слезами, что я вот лишаю себя Царства Божия, даже причастия тела крови его. Вот, каюсь, прошу Бога прощения за грех. Я при этом говорю сам себе, и духовнику говорю, Господи, батюшка, милый, золотой мой, и духовнику говорю, я причащаюсь, ты молчал на твоем.
А причастие будет, я на чем твою тогда сейчас, а? Я боюсь себя. Я не могу без Христа. Правильно, как он сказано, что если я сам добровольно попрошу мне добавить к семью, то нужно ее убавить срок. Например, я скажу, я всегда среды пятницы сейчас, но у меня и семью, говорит, нужно 5 лет. У меня охват панический ужас, как без Бога так мог жить, без причастия в тайне. Поэтому я даю обет. Я эти 5 лет буду еще в понедельник поститься. Духовник написано, правильно сказано. Должен сказать, 4 года тогда без причастия будешь, но 5 лет в понедельничай. Угу. Я говорю, ну 4 тоже слишком много для меня, такой, как я слабый человек, я без Христа, как 4 года пробуду? Нет, подождите, батюшка, погодите. Я вот утренние правила, вечерние молюсь, но я беру каждый день по кафизме еще тогда, потому что я не... пускай будет епитимия, я 5 лет понесу. Там говорит, тогда не 4, а 3 года без причастия. И так я могу на год свести, но 5 лет понесу специальную вот эту память о грехе или покаянии. Вот. Поэтому правила церкви он предусмотрит. Так можно делать. Ведь епитимия – это не кара за грех, а память для покаяния. Ну, а у нас это наоборот, как кара рассмотрит, наверное, или как? Ну, очень плохо. Это не дух. Христос говорит, я пришел не губить, а спасать. И в церкви его главное спасти, а не наказать. И покарать. Понятно. Времена апостола Павла, Римская империя главенствующая, я так понимаю, что тоже и там были эти, вот, например, зелоты, там, да, евреи, которые были не согласны с этим строем политическим. Вот, и там, которые бунты, восстания, секали ножи. Да. То есть там, и, ну, например, они и не в полной мере были хорошие, уж эти римляне. Вот, там, да, или наш советский строй, например. Почему апостол Павел нигде не указал, нигде в посланиях нету, что он занимался распространением запрещенной Римской империи литературы, которая говорила правду о всех вот этих вот недостатках, о мерзости Римской империи, да. И вот он мог бы ее распространять тоже, потому что в этой литературе, ну как бы, ну правда же говорится, чтобы людям показать, какая плохая Римская империя. И не только литературу, по баптистскому время, скажем, по-моему, как бы, ну в кавычках духу, устного проповедия об этом говорить, ну, обличать, ну, в порядке. Распространял бы там, печатали бы, переписывали бы, он сам бы, может, занимался бы. Вот, например, почему он этого не делал? Последний пишет о мерзостях, когда вот даже Садовский грехов. О чем? Сраные си глаголцем пишет. А он мог подробно написать. Например, в дворе римского императора, там мужеложство сплошь и рядом, все эти Калигулы будущие или предыдущие, там Нероны, что творят, творили. Сын с матерью ложились и так далее. Много чего может быть. Вот. Он так не говорил. Почему? Я думаю, потому что царство нет мира сего. Что вот всех лучше, об этом еще может сказал его ученик Иоанн Богослов в первом своем послании. Не любите мира, не то, что в мире. Мир в вас лежит. Если обличать этот мир, это осуждать этот грех. Обличать грех, чтобы исправить, то есть этот мир, вот этот земной мир, чтобы стал лучше. Вот. Не в плане отношения этих двух людей, которые, а сделать идеальное государственное устройство, идеальное государство, как китайцы говорят, царство небесное, вечное благоденствие, на земле позрыть. Ну или как в наше время максимум коммунизм, который не только общность имущества, там и высокие идейные лидеры. Это утопия недостижимая. А мир возлежит. И злой это мир, писание будет быть, не умоляться, а расти. Расти будет. Поэтому стремиться здесь построить справедливую жизнь, желание хорошее, но недостижимое. Ну, ты же как патриот, ты в этой стране живешь, ты что, не хочешь разве, ну, помочь вот другим людям, чтобы они узнали, какие власти мерзость какую творят, чтобы, там, не знаю, зачем это, чтобы люди, у них сознание очнулось, они, может, восстание какое-то подняли. Ну, не восстание, ну, там, я не знаю, что. Методами противления голодовкой в царе бороться с существующей властью. Не знаю, не голодовкой, а чтобы не защищали ее, как минимум, чтобы видели, какая она мерзость творит. Ну, у меня здесь свое понятие. Я воспитан так вот,
что и сам себя можно воспитывать, что цель моей жизни – это вечность, жизнь с Господом – вечность. Угу. Или как народ говорит, спасение души, все это называют. Поэтому все остальное для меня имеет значение или 85-й степени важности, или 384-й. Поэтому это мелочь, о которой... Это для меня это мелочь. Это как вот сейчас описано, комары, скоро будут комары. Будут комары. Они будут жарить, ну да, неприятно, ну да, смертельно. Да нет. Так что делать, чтобы избежать укусов комаров? Да ладно, пусть жарят, не убудут, черт тебе. Да как будто бы это не надо даже мне. Да неинтересна мне тема про комаров. Тема о справедливости осуществить на земле, для меня тема о комарах. Да неинтересно, да глупости это, да мелочи это. Да не стоит об этом даже заморачиваться. Есть более важные темы, есть вечные темы. А это временно. Земля, все дела не сгорят, написано. Чего об этом? Это я знаю, что это вот сарай там, он полуразвалившийся, весь дурно пахнет, скоро сгорит. И что мне об этом жалеть? Да и пусть такой-то сгорит. Да ладно. Я лучше подумаю о доме, как сделать. Дом, где буду жить, чтобы там было удобно, хорошо. Вечный мой дом. Об этом подумать. А земное все пусто. Может быть, у вас план такой, что, например, если вы будете, например, говорить плохо о власти, да, там, например, или запрещенное что-то распространять, или как-то там, я не знаю, вы пострадаете, и потом все это перевернуть так и сказать, я мученик за Христа. Нет, знаете, пострадаю, но так не за Христа тогда. Но... А это безблагодатное мученство, оно мне не нужно. Ну, а если, например, в вашем этом, как это, лист, да, поставить, как этот, ну... Прокурор, который записывает показания, свидетельство. Не показания, а последний приговор, короче, вот за что вас садят. Вот. Будет в том числе вот то, что вы против власти говорите, что нельзя было, и в том числе там за Христа, то есть, ну, как бы этим... Ну, не может быть. Нет, Господь это делает... Прицепом. Я так считаю, так не бывает. Богу Богу, кесарю кесареву. Нельзя служить двум господам. Нельзя, кто стремится... рай на земле создать, то там и некогда заниматься раем вечным. Ну почему? Вы распространяете Слово Божие, и вы же еще тут под это дело распространяете. Оно будет мешать двум господам. Нет. Для меня и двум господам. Я так не умею. Может, кто-то может, я не знаю. Я так не могу. Я и так не буду делать. Ну, зачем мне говорить о том, как тебе, например, удобнее постричь ноготь на мизинце левой руки и этому уделять главное внимание. Вот мне самое главное тебя, чтобы на левой руке мизинец был правильно пострижен. Вот это для меня день и ночь, я об этом думаю, переживаю, с тобой говорю, убеждать. Да стоит не это. Не день и ночь, а параллельно. Да и параллельно будет. Да не стоит это. Вот какая разница, как ты стрижешь? Ну, мне просто непонятно, почему апостол Павел нигде вот это не распространял. Хотя, естественно, была литература, римский строй был не самый лучший. Там куча тоже не самый худший, кстати. Не самый худший, я не сказал, что он был худший. Я говорю, не самый. Там есть, там было за что прицепиться. Его можно было бы лучше сделать. Вот. Но, однако же, он проповедовал просто Христа. Ему это не надо было. Не надо было. Для того, чтобы как-то бы говорил, что я за Христа пострадал. Если мы даже ставим целью, вот вы же правильно, улучшить этот мир, надо... Эта цель пойдет как приложение, если ставить целью спасение душ моих близких. Ищите Царство Божие, правда, все остальное как пойдет как приложение, приложится вам. Я думаю.